Мы находимся в Воронеже, в одном из дендрариев, и перед нами очень красивая порода пихта одноцветная, она же пихта конколор. Один из самых декоративных видов пихт и, несомненно, самый распространенный как в питомниках, так и в посадках. Он показал неплохую зимостойкость, будучи даже взят из более теплых стран, такой как Польша, 6-я климатическая зона, или даже Голландия, 8-я климатическая зона. Ну, конечно же, с импортными растениями это вот всегда лотерея, как повезет. Тем не менее, растение очень известно. Помимо своей красоты, помимо своей такой голубоватой крупной хвои, это лекарственное растение. Оно очень благоприятно действует на организм. Свою можно принимать полезные хвойные ванны, масса других лекарственных показаний. Когда дерево отживет свое, оно будет продолжать жизнь в постройках. Ведь пихтовая древесина, несмотря на то, что это все-таки мягкохвойная порода, но, как и другие сходные породы, она тоже находит свое применение с хозяйственными целями. Всем спасибо. С вами была Биржа саженцев.